Юная Эмма, моя прекрасная дочь, иди ко мне. Ева, это ты? О, я так по тебе скучала. Почему я теряю силы? Роза! Миранда! Интересно, у тебя необычное тело. Отдай мне Розу, слышишь? Ничего, я убью тебя правильно. Вперед, давай! Пусти! Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Я свое заберу. Я исполню свою мечту! Нет! Роза! Моя! Что за хуйня? Исполнил свою роль, Уинтерс. Ты истребил мое лучшее потомство и пробудил великие миг мицелий. За крошку Розу не тревожься. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь умереть спокойно и на ней. Нет уж, ты не уйдешь. Если вот так. Ты ведь понимаешь, что делаешь? А вот и я. Уинтерс, хватит, не сопротивляйся. Когда до тебя дойдет, что Роза моя дочь, а не твоя?
пытался тебя спасти. Может, это тебя убьет? Я могу принять любой облик. Птицу, цвет. Даже твоей милой жены. Черта с два! Умри, 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 умри! Я верну свою дочь! Я понимаю твои чувства, Уинтерс, честное слово. Но ты все равно умеешь. Срасти брови с медвецелием! Я смогу наконец возродить свою дочь! Я ждала столетия! Столетия! Все ради этого дня! К чему это бессмысленная война на жизнь? Прекрати эти глупости! Почему ты мне мешаешь? Ты одной ногой погиб. Зачем тебе Роза? Роза моя дочь. Больная ты, тварь. Какой живучий. Ни он, ни кто другой не посмеет отнять у меня Розу или мою дочь. Нечего было вмешиваться. Настал твой час! Умри! Ты еще на ногах? Никому не сорвать мои великие планы! Может, ты и есть главная проблема, Миранда? Ты ведь не способна никого любить. Умри, 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 умри. Я верну свою дочь! Хватит!
и я покончу с тобой. Моя мечта сбудется. Все хорошо. Все хорошо. Итан! Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! О, нет. Крис, Итан, ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан, надо идти. Итан, шевелись. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт! Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия, я люблю тебя. Прости. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Эй! Эй!
сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Чтоб тебя! Прощай, моя девочка. Итан. Вверх, поднимай нас! Стой! Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Мия, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю! Скажи, что случилось? Где? Что это? Сказал же тебе, сядь. Нет. Где Итан? Крис, что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа, взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб BSA. Они заплатят. Думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа на Луну. Мне кажется, что очень похоже. Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь.
Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю.